Зачем? Как такое вообще можно оценивать? Подумал я, как только пришла эта безумная идея. Но потом еще немного подумал. Почитал, очень много почитал. И оказывается, на тему поцелуя в турецких сериалах идет очень много дискуссий. Кто делает это нежнее, кто страстнее, кто более чувственно и так далее. Проверь, подписан ли ты на канал, и начинаем. Это топ-3 пары турецких сериалов, которые целуются лучше всех. Во всяком случае, по мнению большинства телезрителей. Третье место. Джан и Санем. «Ранняя пташка». Несмотря на то, что комедийная мелодрама уже закончилась, эта парочка еще долго будет в центре внимания. Те, кто смотрели сериал, отметили, что наши ранние пташки целуются, ну, очень чувственно. Это выглядит так, как будто ты растягиваешь удовольствие от неспешного поедания меда или других сладостей. Зрители отметили, что в поцелуе Джана и Санем, они же Джан Яман и Димет Аздемир, не так важен сам процесс, как это тягучее, томное ожидание того, что должно случиться. А взгляд, наверное, нет более проникающего, чем у Джана. В общем, можем смело присвоить нашим героям звание самой искренней пары. Второе место. Кемаль и Нихан. «Черная любовь». Конечно, в любом поцелуе, как и в танце, ведущую роль играет мужчина. А как уверенно играет свою роль Бурак Ачевит, когда он целует? У Нихан, она же не Слихан Атагюль, просто-таки ноги подкашиваются. Кемаль – тот мужчина, который знает, чего хочет от женщины и как сделать ее счастливой. А Нихан – та женщина, которая знает, как дать мужчине то, что ему нужно. И это все читается в их уверенных поцелуях. Пожалуй, назовем поцелуи этой пары самыми настоящими. Зрители оценили их как такие, в которых больше всего любви. Первое место. Омер и Дефне. Безусловно, в любви главное, чтобы чувства были настоящими и обоюдными. Но какая любовь возможна без страсти? Той страсти, что подарили нам Омер, он же Барыш Ардуч, и Дефне, она же Эльчин Сангу. Их поцелуи – это нечто сумасшедшее, безумное, иногда даже неконтролируемое. В них столько жизни и драйва, что начинаешь завидовать и думать, где это все в реальной жизни. Скорее всего, именно потому, что страсть, возникшая между Омером и Дефне, такая редкая – зрители больше всего мечтают о таких поцелуях и о такой любви. О какой любви мечтаешь ты? Кто из турецких сериальных пар импонирует тебе больше всего? Напиши свой комментарий и лайк поставь придачу.